Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и также продолжаем путь на скипе. 1360 рейтингов. В принципе, сейчас два командных боя, и можно забирать 1400. Ну, если победные, конечно, будут. Но победить будет очень сложно, надо хотя бы выйти там на одну победу и хотя бы там, ну, не слить рейтинг с этой победы, да? То есть хотя бы 20 очков поднять, чтобы было около 80. Ну, и на этом, в принципе, можно будет сегодняшний день закончить. В принципе, он даже будет очень удачным, если так будет. Ну, на самом деле, посмотрим. Погнали в бой. Фух. Я вроде заряжен, вроде разыгранный. Надеюсь, все пойдет как надо. Сейчас, к 16 уровню, да? Не, 10-11, нормально. Ой-ой-ой, только игра не лагай. Пожалуйста, не лагай. Ну, что ж так лагаешь? Ну, пожалуйста, ну, отпусти. Видели, как продамажил, кстати? Неплохо, да? Вот в скипике это такая возможность хорошая. Так дамажить. У нас то, что плюс, это 15 баг. Очень сильный плюс. У них слишком много гранат. Они слишком... Опа, минусанул почти. Вилли, я должен был Никса убивать. Но что-то не срослось. Ой-ой-ой, слишком много гранат. Ну вот, вы видите вот этот момент, да? Ай. То есть меня откидывает рандомным образом в рандомную точку. Именно туда, куда целился этот фламинган. Гляньте, видите этот шот? Как он мог сюда в меня попасть? Ну конечно. Мы просто дойти не можем, нас откидывают. Меня шотнули. Ну, три никса, блядь. А, ну все, короче, мы рипнулись, походу. От бака 15 левела никакой пользы не было. Эти просто душат очень сильно. По основным атакам, и вот. Ну, одно поражение есть. Ладно, бывает. Команда была неподходящая в этом, с атакой в этот раз. Кстати, почему-то кидает... Ладно, нормально. О, минус 8 рейтинга. Че так много? Я сейчас сложно в бою играл, ну ладно. Реально минус много рейтинга очень. Почему так сильно? Обидно. Ладно, погнали дальше. Надо стараться. Ну, с такими лагами, конечно, сложно играть. Почему так кидает команду? Почему так сильно кидает команду в другую сторону? Минус жираф, понимаю. А чё 13? А где наш 13-й баг, а? Где наш 13-й баг? 4 или 4. А что? А это нормально? Игра. Нормально все? Офигеть. А что у них по сетапу лучше? О, как это... Не, короче, надо валить. Надо валить. Как этот Никс там в воде оказался? У меня вопрос только. У нас 14 Никс и все, больше ничего нету. К сожалению, в команде из сильных, да? Остальные, ну, так себе. То есть мы 2-12. Ух, я чуть не отъехал. И похиляться-то не могу. Гляньте, просто убегают. Просто. Ну тут челики вообще какие-то слабые. Походу с ними там 16 или 15 уровень, не знаю. Ну, почти убил. Ну, нас тут задушили, походу. Встану, помогу. Я нормально сыграл сейчас, по дамагу чисто. Походу сейчас умру, да. Эй, обидно. Второе поражение, 7 уровни, чекайте, задушили. Да, 7 уровни задушили. Никс, посмотрите, видите? 14 чел, а нет. Или, нет, он не наш. То мне другого показал Никса. В общем, чё по идее имеем? Два боя по минус 8, минус 16 очков. Даже если победу возьму, это плюс 4 очка только будет. Офигеть. Тяжело, команда неадекватные, несбалансированные. В этот раз лучший сетап, в этот раз нас кинуло нормально, мы сейчас, наверное, сможем победить. А если там нету команды из 15-16 левелов?
Только в этом случае сможем победить. Да куда они идут? Ну вы демоны, просто демоны. Пошлите туда, ну куда вы идете? Все, пошли назад. Ой, ну что за чудики попались в команде? Ну первый раз их встречаю, но они... Такое ощущение, что они не смотрят на карту перед боем. Гляньте, ну почему? За что мне они такие? За что вы мне? За что? Ну ладно, тогда все аптечки полутают, чтобы противнику хотя бы не достались. Ну слов нету, ну вы видите, да? На тебе, минус еще один. Ты иди сюда. Ой, как больно. Ничего не могу сделать, к сожалению. У нас команда разделилась. Эти чудики. Играющие отдельно очень любят. Они просто друга резают. А чё Джейд у нас? Гляньте, как душат, гляньте, как душат. Капец просто. Ну все, меня задушили, скорее всего. О. Вот моя команда. Вот моя команда, посмотрите. Это просто капец. Это просто капец. Это моя команда. Заметили, да? Адекватные. Ой, ну что ж пойдет, придется с ними играть. Пусть стреляют, я буду помогать. Лол, 15 левел, серьезно? Капец. 13 левела сейчас задушим, конечно же, миллионов. Ой, как же больно летит, а, в лицо. Ну все, я скинулся, скорее всего. Опять же. 15. Почему 2 15 уровня против меня? Да ну блин, было ж близко, ну почти шокнули. Плюс 2. Сложно. И вот ты вот играешь в командных боях, да, тут есть один минус, это то, что ты, ну, тебе нужно попасть на нормальную команду, которая не разбежится, не будет стоять апкать, да, как моя только что. Вот, опять они не понимают, что им делать, они опять идут... Ой, сложно. Сложный геймплей. Мне не получается ими управлять, они играют по-своему. Ну ладно, делаем, что получится, а там посмотрим. У меня лута нету, понимаете? Лута нету. Чем драться? Лута нету. Вообще никакого. Во. Надо хотя бы что-нибудь найти. А то это вообще беспредел. Плюс у нас еще команда разделилась. Ладно, давайте хильнемся хоть чем-то. А то откинуться будет сейчас некрасиво. У нас команда разделилась, эти двое почему-то там бегают. Вот вопрос, почему они там бегают? Они, скорее всего, Никса быстрее заберут, чем я. Во, собрались, мы вместе собрались. Ебать, там 16-й. Бежим. Уходим. Да уходим, ну что вы там стоите, вы же недалекие, два 16, они против них драться собрались. Я офигеваю с них, вот реально офигеваю. Вот сейчас как они будут там отыгрывать через кусты, а? Они сейчас думают, что... Во, минус один, понимаю. Неадекваты против 16 полезли. Совсем уже тронулись. Ну, у меня, понимаете, слов нету. Как можно... Играть с челиками, которые
идут, ну, против 16-х, типа, драться. Ну как? Как мне играть с ними? Они не понимают разницы в 16 уровне и 10-м. Для них это, типа, норм. Они считают, что это, типа, сила. Ну, пусть мрут, значит. Сейчас основная суть это то, что сейчас нас трое осталось. Еще двойка двоих. И 16 эти левела пачка, да? Для меня сейчас главное убить 16 левелов пачку и все. Ой, точнее убить других противников, которые не входят. Вот, сейчас Брюс умрет. И потом же умрут 16 левелов. Хотя нет, они выиграют скорее всего. Ну посмотрим, может быть они друг друга сейчас перебьют. Те, что остались, да, там сейчас сколько? 7 человек осталось? Ну вдруг там патия 4-3, да? Или 3-3-1, к примеру. Может они сейчас друг друга поперебивают, и я смогу в конце что-то затащить. Там второе, третье место. Вот, кстати, один в огне умирает, уже, то есть уже, а нет. Там патика 16 осталось, я по сходу последний. Ну что ж, я могу сказать. Что я могу сказать? В принципе, игра была неплохая. Плюс 4 рейтинга я получил. Вам меня не найти. Я невидимый. Я невидимый кроль. Невидимый сказал, отстаньте, отстаньте. Душнина. А, не убивайте. Красиво, красиво было. А чё игра не заканчивается? В смысле? Вот же паразит, вы видели, а? Там один еще остался. Минус одно место. А я думал, их пятеро осталось. Просто чисто патя 16 левелов, понимаю. Ой. Но самое интересное, почему кидает 1348 рейтинг к 1600. Это как? Типа один лоу рейтинг был, да? Ну, го еще раз попробуем. Последний шанс, так сказать. Фу, ну тяжело. Вот реально проигрываешь из-за своей пати в большинстве случаев. Из-за того, что они не понимают, кто сильнее, кто слабее. Где и когда нужно драться, где и когда не нужно драться. Вот таких моментов они не понимают, и в этом проблема. Но ничего, ладно. Вот. Видите, ко мне пати попался, да? А против меня сейчас там будут... Условно, 15 левела, опять пачка. И вот так они, кстати, бустятся. Скорее всего, они берут одного слабенького, берут 4 15-х, 16-х и проходят. Наверное, так и работают. Типа, один заменяет, пока другие бустятся. Скорее всего. Ну, скорее всего, я так думаю, так происходит. Неудобно на острове драться. Однозначно неудобно. Можно сверху подраться тут. Если вообще смысл драки есть. Не достаю дробовиком, к сожалению. Так легко прям. Но нормально, нормально. У нас дальность есть, у нас в принципе много гранат. Можем показать свою силу. Да, нормально, мы их так... Растащили. Если бы еще игра не лагала, было бы замечательно, да? Так, а ребята там хиляются? Надо уходить! Зона не... Ну что они там делают? Вот что они там делают, а? Зачем они дерутся против кого? Против того, против кого не надо драться? Там легендарный дробовик. Надо убить. Кенгуру. Мне нужен легендарный дробовик, срочно. Все. Я, короче, просто тут буду стоять. Они, походу, не знают, что у него легендарный дробовик. Я знаю. Главное сейчас успеть его взять. Тут же у нас нету Никса. А где легендарный дроп? Я же видел! Я же видел! Ой-ой-ой, теперь валим. Да.
Но мы можем победить, в принципе, если будем откидываться и драться. Опа, забайтил Брюса, а? Медали как на скеле. Домой, Брюс, а теперь домой, а теперь домой. Нету скиллов больше на домах, да? Ой, как он отхилялся жестко, а? Победили, нормас. И минус пингвина, отлично, просто. Вот команда скилловая попалась в этот раз. Реально скилловые. Никс, ты сейчас умрешь. Блин, что я делаю? Ну какой... Капец, минус две... Видели, что я сделал? Я взял армор и подлил аптечку, офигеть. Две аптечки потратил. Это я гений, да? Так, ну чё, мы все, мы победили, ура, первая победа. Так и дождался. Ну видели только что под конец 15-х левелов развалили на скеле, а? Так, надо бочку сломать. Куда ты, ну Басик, куда ты, а? В бочке он сидел, бочкалюк типичный. Домой. Ну куда ты убегаешь, ну? А вот этот кенгуру. Как он тогда убежал так? Я не понимаю только. Видите, все-таки у этого был... Как он тогда так смог убежать? Он, походу, убежал в левый... Ну, вдаль кустов, налево убежал, да? А потом через низ, через лед прошел сюда. Офигеть. Мы победили, все молодцы у нас в команде оказались. В итоге сегодня за 15 минут, ну ладно, за 15, за 16, за 17, набрал я 10 рейтинга. Эпично, эпично бустанулся, конечно. Ну хоть что-то, хоть не в минуса ушел, или не в ноль, да. Постараюсь завтра или выходные добить уже. А на этом все, ребятки, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте, всем, конечно же, пока-пока.